Исходное положение, сидя на коленях, носки сзади подкручены, две руки ставим на таз. Правую ногу открываем небольшую диагональ вперед, разворачиваем таз и плечи налево. И теперь мы начинаем выполнять сгибание в тазу. Через макушку мы вытягиваемся вперед, за седалищными костями мы тянемся назад. И удлиняем себя наверх. Снова также на вдох мы удлиняем себя назад. На выдох возвращаемся наверх. Еще раз также сгибаемся. И теперь мы начинаем лобковую кость подкручивать как можно больше к пупку. Вытягиваемся, разгибаем себя в левом бедре и вырастаем наверх. Снова также вдох, сгибание. Начинаем подкручивать на себя таз. Лобковой костью тянемся к пупку и через макушку вытягиваем позвоночник. Снова также вдох, сгибание в тазу. На выдох подкручиваем таз. Хорошая волна. Снимаем нагрузку с поясницы. Вырастаем. Еще раз также вдох назад. Выдох подкручиваем таз. Выталкиваем вперед. Разгибаем бедро. Вырастаем. Вдох назад. Выдох. И удлинение. И еще раз также за седалищными костями двигаемся назад. Подкручиваем таз на себя, выталкиваем его вперед и за макушкой вырастаем наверх. Меняем ногу. Выполняем все также с левой ноги. Левая нога стоит перед собой в небольшой диагонали. Разворачиваем таз и плечи направо и начинаем выполнять сгибание. И из этого положения вытягиваемся наверх. За седалищными костями двигаемся как можно дальше назад. И возвращаемся в исходное. Снова также на вдох мы сгибаемся, на выдох начинаем делать волну, подкручиваем лобковую кость на себя и вырастаем на бедре наверх. На вдохе уходим в сгибание, с выдохом начинаем подкручивать лобковую кость на себя как можно больше и вырастаем наверх. Еще раз также на вдох удлиненная поясница, на выдох подкручиваем таз и вырастаем. Снова вдох, удлинение, на выдох подкручиваем лобковую кость к пупку, вытягивая при этом, округляя поясницу и зону крестца, ушли таз на себя, и мы вытягиваем поясницу, вырастаем. Последний раз также вдох назад, на выдох мы подкручиваем таз, уводим его вперед и через макушку вытягиваемся наверх. Нам понадобятся гантели. Встаем в исходное положение, стопы стоят на ширине таза. Это движение мы с вами уже выполняли, когда двигали таз в одной плоскости, вот из стороны в сторону. Мы делаем то же самое движение, но вместе с гантелями. Приподнимаем перед собой левую ногу, следим, чтобы подвздошные кости находились на одной ровной линии. Через макушку себя вытягиваем наверх. И теперь мы начинаем правой стороной таза падать вниз. Отталкиваемся больше левой ногой от пола и таз приподнимаем. У нас при этом немножко меняются углы талии. То один зажимается, то другой. Мы работаем в балансе, сейчас мы работаем уже с весом. И подъем наверх, проваливаемся вниз, отталкиваемся ногой от пола и приподнимаем ягодицу, руки у нас внизу, держим гантели и вытяжение. Поясница при этом остается ровной, у нас нет никакого движения в ней, вниз упали тазом, оттолкнулись, поднимаем. Вниз упали тазом, растянули ягодицу и толкнули себя наверх. Снова вниз вытяжение и наверх. Угу. Вниз вытяжение, тазом немножко уехали. И наверх. Еще также вниз натяжение за ягодицей. И наверх. Супер, вниз. И толчок наверх. Угу. Еще также 4 вниз. Подъем наверх. 3 через макушку. Угу. Еще 2 наверх. И последний раз. Наверх. Замечательно. Все то же самое с другой ноги. Опорная нога у нас правая. Вытянулись. Приподнимаем перед собой левую ногу в балансе. И начинаем проваливаться ягодицы вниз. И отсюда отталкиваем пол, двигаем наверх. Опускаем левую сторону таза вниз. Отталкиваемся от пола. И левая сторона теперь у нас наоборот поднимается. Если вы чувствуете, что в этом упражнении у вас достаточно активно работает стопа, это хорошо. В этом движении стопа начинает приспосабливаться и включается в стабилизацию голеностоп.
Очень полезное упражнение для голеностопа, кто готовится к лыжным сезонам, к сноубордическим, ну или просто ходит. Еще также вниз провалились и наверх подъем. Опускаемся вниз, упали на правый и поднимаем. У нас левая сторона падает вниз и левая сторона поднимается. Левая сторона падает вниз и левая сторона поднимается. Не бойтесь делать это движение в большой амплитуде. Это не будет ошибкой. Вниз и за тазом наверх. Еще также вниз за тазом, наверх за тазом. На самом деле, чем больше вы здесь делаете амплитуду, тем больше у вас начинают включаться ягодицы в работу. Еще также 4 вниз. Подъем наверх. Ага. Вниз. Оп. Подъем наверх. Еще 2 раза. Вниз упали. Поднимаемся. И последний раз вниз. Отталкиваемся от пола. Опускаем ногу. Нам снова понадобятся гантели. Стопы стоят в параллели. За макушкой вытягиваемся. И приподнимаем перед собой одну ногу в баланс. За макушкой вытягиваемся. Здесь нам важно следить за тем, чтобы нога никуда не ходила. У нас две пятки будут находиться на одной ровной линии. Теперь мы начинаем делать наклон таза. Сгибаем себя. За седалищными костями тянемся как можно больше наверх. Пяткой продавливаем пол и вырастаем. Снова сгибаем себя в тазу животом, держим себя в пояснице, тянемся назад, проваливаем, как можно больше давим нижней ногой пол и вытягиваемся. И теперь мы начинаем добавлять руки. Двигаемся вперед, руки двигаются перед собой. Продавили пол, вытянулись наверх. Таз седалищными костями нас тянет назад, руки перед собой. И вырастаем. Если очень тяжело выполнять движение, можно касаться одной ногой пола. Не стремитесь очень сильно вынести руки вперед. Здесь достаточно маленькое движение происходит руками и наверх. Чувствуем, что у нас в тазобедренных суставах происходит движение, что ноги двигаются как на шарнирах. Продавливаем пяткой пол и вытяжение. За седалищными. Продавили пол, выросли. Еще также 3. Назад. И вырастаем наверх. Назад за седалищной костью. И вытяжение. Супер. Еще 1. Назад. И вытягиваемся наверх. Все то же самое с другой стороны. Лицом к вам покажу. Когда мы выполняем это движение, да, мы следим, чтобы таз у нас никуда не падал. Подвздошные кости, как в фонаре автомобиля, светит все время вперед. Вытянулись через макушку. Следим за ровным положением поясницы. Приподнимаем перед собой ногу. Вытягиваемся от стопы наверх. И сначала делаем без рук. За седалищными костями тянем себя как можно больше назад. Пяткой продавливаем пол и вырастаем. Снова также сгибаем себя в тазу. Пяткой продавливаем пол и вытягиваемся. Следим за тем, чтобы у нас нога не двигалась, а стопы оставались на одной линии. И теперь мы подключаем руки. Таз идет назад, руки вперед. Продавили пол, выросли, отжались от пола. Снова также вперед за руками. Продавливаем пяткой пол и вытягиваемся наверх. Еще также руки идут вперед, давим пяткой пол. И вытяжение. Снова вперед. И наверх вдох. Выдох вперед. Пяткой давим и вытягиваемся. Еще так же. Вдох, вытяжение. Молодцы. За седалищной костью. Дальше стараемся себя тянуть назад. И наши заключительные 4. Вперед. Через пятку в пол выросли. 3. И наверх. 2. Не стремитесь делать это движение быстро. Медленно. Еще 1. И вытягиваемся наверх. Отлично. Закончили. В исходном положении мы лежим на предплечье. Берем гантель. Ставим ее себе на бедро.
вытягиваемся через макушку. Следите за тем, чтобы нижний бок не лежал на полу, он поднят, как будто арка. Через макушку мы вытягиваемся и толкаем правой ногой пол. И за счет давления правой ногой в пол мы поднимаемся наверх. Ноги у нас знаком равно, не лягушка. Опускаемся вниз, слегка коснулись ягодицы пола. И сразу же подъем, выдох. Нижней ногой слегка присели и сразу же подъем. Следим, чтобы ноги оставались знаком равно. Подъем. И возвращаемся в центр. Наверх, как будто бы удар. Вниз медленно. Наверх выстрел. Вниз медленно себя собираем. Выдох. Вдох вернуться. Еще толчок. И медленный возврат. Молодцы. Выдох. И возврат. Еще выдох. И возврат. Еще 4. Наверх толчок. Вниз вернулись. Выдох, вниз вернулись. Еще 2. Толчок, медленно возврат. И последний. Опускаемся. Супер, разворачиваемся. Выполняем все с другой стороны. Мы опускаемся вниз на предплечье. Нижний бок приподнимаем над полом. Удлиняем себя за макушкой. Гантель ставим себе на бедро. Вытягиваемся как можно больше. Напоминаю, что это не лягушка. Мы нижней ногой начинаем давить в пол, левым бедром давим, правая нога приподнимается, но она в параллели. Слегка коснулись пола, как будто мы сели на горячий песок, толчок и медленный возврат. На выдох мы себя выталкиваем, на вдох медленно вернуться. Еще также выдох, медленно опустились, все еще следим за тем, чтобы у нас ноги оставались знаком в параллели равно. И седалищные кости направляем в заднюю стену. Назад и медленно опускаемся. Таз у нас как будто бы фонарями автомобиля светит вперед. Еще 4. Подъем. Медленный возврат. Выдох. Медленный возврат. Вдох. И еще 2. Подъем. Медленный возврат. Нижней ногой толчок. И возвращаемся в центр. Итак, нам понадобятся гантели. Через макушку вырастаем наверх, переносим вес на левую ногу, оставляем ногу перед собой. И теперь мы поворачиваем таз наружу, поворачиваем таз в центр и поворачиваем таз налево. Снова таз в центр, таз наружу. Еще раз таз в центр, таз наружу. И теперь к этому движению мы начинаем добавлять дотягивание ногой. Скручиваемся направо, наклоняем таз и начинаем как можно дальше тянуться за ногой и вырастаем в исходное. Начинаем двигаться назад по центру, продавливаем пяткой пол и вытягиваемся. Внутреннее вращение. Двигаемся. Наша задача согнуть себя хорошенечко в тазу, пяткой продавить пол и выросли. Еще. Центр. И вырастаем. Старайтесь животом удерживать поясницу. У нас нет разгибания в поясничном отделе. Спина остается длинной. И старайтесь ставить для себя задачу именно вращение и дотягивание назад, возврат. Можно касаться носком пола. Огромная просьба на заднюю ногу не переходить, да? То есть это не растяжка за ногой, это именно дотягивание. Представляем, что у нас там сзади находится стена, и мы эту стену ногой выталкиваем, и затем возвращаемся. Выталкиваем стену. Пяткой продавливаем пол, вырастаем. Если вы чувствуете, что в этом упражнении начинает загружаться голеностопы и икра, это нормально. Это замечательный бонус, который идет к этому упражнению. Здесь подключаются мышцы голени и мышцы на стопе для стабилизации. И вырастаем еще по одному разу. Движение назад, возврат в исходное. Снова также дотягивание, живот активный. И последний раз внутрь и остаемся наверху. Меняем ногу. Теперь у нас опорная правая нога. Левую ногу приподнимаем перед собой в баланс. Следим, чтобы не было никаких перекосов таза. И теперь мы вращаемся налево, в центр.
и направо. Чувствуете, как реагирует стопа? Центр, налево. Центр, направо. Еще раз также центр, и теперь мы добавляем дотягивание. Направо. Начинаем сгибать себя в тазу. Толкаем как можно дальше воздух и вырастаем. По центру седалищные кости тянутся назад, и левая пятка тоже направлена в потолок. Скрут. Дотягивание. Чувствуете, как у вас сгибается тазобедренный сустав справа. Назад. В центр. Вращение наружу. Снова также дотягивание. И вернулись. Когда мы двигаемся по центру, вот тут внимательно следим, чтобы колено двигалось все-таки по направлению к мизинцу, а не падало внутрь. Да, мы все время стараемся выравнивать суставы. И также удлинение. И возврат. Живот остается активным. Помним, что активный подтянутый живот контролирует правильное движение в пояснице. И вернулись. Назад. Пяткой продавливаем пол и вырастаем. Еще также назад. И в центр. Отлично. Еще вдох. Пяткой продавили пол. Выросли. Снова скручивание. Вдох. Пяткой продавили пол, выросли. Центр. Отлично. У нас последний круг. Дотягивание налево. Живот держит поясницу. Вернуться. По центру дотягивание. Возврат. И последний вдох. И возвращаемся в исходное. Стопы встают в параллели. Следующее движение похоже на базовый присед. Мы его с вами делали, когда двигались в три плоскости. Стопы стоят в параллели, за макушкой вытягиваемся и поднимаем перед собой в баланс правую ногу. Постарайтесь последить за тем, чтобы у вас не проваливался таз. Ваши подвздошные кости должны находиться на одной линии. И когда мы поднимаем перед собой ногу, мы не просто поднимаем высоко колено, мы стараемся стопой, вот сводом стопы, как будто бы гладить перед собой стену. То есть вы делаете натяжение от передней ноги, и нижней ногой мы вытягиваем себя над полом. Теперь мы начинаем наклонять корпус, делать сгибание таза, толкать нижней ногой пол как можно дальше. И от нижней ноги, от левой, мы отталкиваемся, правую ногу поднимаем перед собой, носок тянется на себя, на левой ноге мы вытянулись наверх, делаем наклон корпуса, сгибаем левую ногу, правой ногой мы как будто бы толкаем воздух назад, проталкиваем, продавливаем левой ногой пол и вытягиваемся наверх, правая нога носком тянется на себя. Медленный темп на вдох, вытяжение. Дыхание уходит как будто бы в поясницу. И на выдох мы вырастаем наверх. Еще также толкаем ногой воздух назад. Продавливаем нижней ногой пол. И отталкиваемся нижней ногой от пола, вырастаем. Снова также на вдох удлинение. На выдох нижней ногой проталкиваем пол и вытягиваемся высоко наверх. Следим за тем, чтобы таз подвздошными костями вот тут вот, да, у нас был на одной ровной линии. И снова также толчок назад, вырастаем наверх. И теперь мы доделываем последний раз. Остаемся в максимально нижней точке. Животом я не укладываюсь на бедро, нижней ногой касаюсь пола. И теперь я разгибаю себя немножко в тазу и снова скольжу назад. В тазу, как домкрат, разогнулись и обратно согнулись. Коленом мы при этом толкаемся в сторону, не внутрь. Продолжаем наверх удлинение и вниз. Наверх пружинка в тазу и вниз. Очень важно, чтобы вы выползали наверх не поясницей. Мы разгибаем себя в тазу и сгибаем. Отдаляемся животом от бедра и опускаемся. Еще также наверх и вниз. И последний раз и вниз. Отлично. Разворачиваемся, выполняем все с другой ноги. Мы делаем 12 толчков назад
и 8 пульсов вниз. Выравниваем таз, поднимаем ногу перед собой, носок на себя, вытягиваемся, вот тут вот таз у нас не падает. И начинаем толкать правой ногой пол, левой ногой на пол, надавливаем и начинаем вытягиваться за макушкой наверх. Снова также на вдох толчок воздуха назад. Пяткой продавливаем пол и удлиняем себя наверх. Снова также вдох. Животом мы удерживаем поясницу. Не даем себе выползать наверх поясницы, да, это будет ошибкой. И также сильно на заднюю ногу, вот так вот, мы не уходим. Нога не касается пола, она прям как по кромке воды скользит, не упираясь в пол, чтобы у нас рабочей ногой оставалась нижняя левая нога. Пяткой продавили пол, удлинили себя наверх. Снова также вдох. Пяткой давим в пол и вытягиваемся наверх. Вдох. Вспомните о том, что нам важно не просто поднять колено, а как бы стопой помахать вперед. Вдох назад. Пяткой продавливаем пол и вырастаем. Еще два раза также вдох назад. Пяткой продавили пол, вытянули себя наверх. И последний раз отталкиваемся от пола. Фух, вытягиваемся, и теперь мы остаемся внизу. Вот тут уже можно задней ногой касаться пола, но не передавайте на нее вес. И мы в тазу, оп, себя разогнули и в тазу себя согнули. Не корпусом, да, иначе у вас будет уставать только поясница. В тазу разгибание и вниз сгибание. В тазу разгибание, вниз сгибание. Выросли, опустились, выросли. Супер, молодцы, живот держим. Еще также наверх, я знаю, что ягодица уже горит. Еще раз наверх, фух, вниз, еще два раза, держитесь, наверх. И вниз, и последний раз вниз, и поднимаемся наверх.